Тільки не жалко.
А тобі ще буде в яких штанах грошей, то... Це за мальчиком, а це за дівчинку. Це на двоє буде. Це двоє. Двоє буде. Ми за неї розуміємо. На мірку часть. Двоє не надо. Ну, це вже так хорошо. Обязательно вернется, как умирал.
о женах. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется Женя. Жена не воробей, залетит, не пропонишь. Мужья, это чуловики в сусуете. Ностальгия – это когда хочется вернуться, но некуда. Если вы нашли женщину своей мечты, с остальными мечтами можете распрощаться. Саша, постарайся выговориться сегодня. Скоро ты будешь молчать и слушать. Начинай уже сегодня думать о покупке автомобиля. Носить жену на руках, как ты обещал, очень утомительно. Важное и почетное право зарабатывать деньги оставь себе, Сашенька, а крупную и нелегкую задачу тратить деньги оставь мне. И последнее. В семейной жизни проявляй. Четко соблюдай правила движения. Переходи улицу там, где хочет муж. Увиди его туда, куда хочешь ты. Я почитаю вместо вас. Вы постеснялись прочитать, да? Тут написано, женщина – это пуля со смещенным центром. Попадает в сердце, бьет по карману и вылетает боком. Yeah.
поймешь. И была у них гитара, не настроишь. И вообще ничего не разберешь. Жень, курилочка, вина. А не болит голова, а болит рука. Поехали! 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 Поех
Глаза и за твою прежнюю.
жена, моя жена. Thank you.